Сегодня поговорим о том, как бизнес-аналитику самостоятельно поставить расчет нужной ему таблицы на расписание. Причем сделать это, с одной стороны, быстро, а с другой стороны, с минимальным количеством ошибок, ну, за счет автоматизации. Особенно хорошо это зайдет, когда у нас аналитиков сильно больше, чем инженеров данных. Выступление будет без технических подробностей. Скорее поговорим о том, об общей идее и об одном из подходов к реализации. Начнем сильно издалека, поговорим о том, что такое хранилище данных, что такое витрина данных, как эту самую витрину доставляют в прод и можно ли это автоматизировать. Ну, можно, например, с помощью DBT и Airflow. Для начала надо познакомиться. Меня зовут Виталий, я инженер данных, и вот слайд с красивой фотографией – это обо мне. Я работаю в компании Сбермаркет. Сбермаркет – это онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов. Собираем заказ за пользователя с полок магазинов и привозим. Более 32 тысяч магазинов, присутствие практически по всей России, более 160 городов, 160 ритейлеров. Итак, начнем. Перед вами на слайде супергерой бизнеса. Бизнес-аналитик. Человек незаменим в крупной компании. Он помогает найти узкие места и помочь принять решение, как будем двигаться дальше. Например, у нас есть магазин, реализующий сезонные товары. Там лыжи, велосипеды. Как нам понять, с учетом логистики, когда и сколько товара закупать? Сколько его держать на складе? Какую выставлять цену? Когда делать промо? Вот без бизнес-аналитика ответы на подобные вопросы носят исключительно интуитивный характер, что иногда бывает неплохо, но, как правило, хотят иначе. Думаю, что в зале у нас присутствуют бизнес-аналитики, да? О, здорово, есть. Помогите, пожалуйста, ответьте на вопрос мне. На чем аналитика строится? Супер, на данных, конечно, но еще на характере и опыте, да? Но в основном на данных. Данные у нас в компании есть всегда. Даже если у нас интернет-магазин, то там будут данные о заказах, о товарах, о ценах, о пользователях. В общем, их много. Эти данные надо где-то хранить. Можно их держать просто в оперативной памяти, но мы знаем, это не очень-то долговечно. Да? Поэтому мы хотим их записать на жесткий диск. Когда-то давным-давно, до середины 80-х годов, их принято было хранить просто в иерархическом дереве. Но с тех пор, уже почти 40 лет, принято их хранить в реляционных базах данных. Период большой, было несколько попыток свергнуть реляционные базы с их трона. Наиболее удачные последние попытки – это документоориентированные базы вроде MongoDB или графовые вроде Neo4j. Отличные базы для своих задач, решают свои вопросы. Но мы сейчас, чтобы не запутаться, будем говорить о реляционных. Реляционные базы – такие базы, у которых есть так называемые реляционные связи. От слова relation. Благодаря ним мы можем избежать дублирования, благодаря ним мы можем избежать какие-то другие ошибки, соединять данные между собой, и данные мы держим в таблицах. Новый вопрос. Любая ли таблица у нас реляционная? Ну, то есть в Excel, если несколько таблиц в Excel, это реляционная база данных или нет? Кто-нибудь знает? Нет. Отлично. Конечно, нет. Мы сейчас говорим о таких базах данных, которые могут хранить и обрабатывать миллионы записей с высокой скоростью обработки, к которым могут подключаться несколько пользователей в режиме реального времени и менять данные. То есть они решают проблему конкурентного доступа. Такие базы, таблицы в таких базах имеют жесткую структуру и типизацию. То есть у них есть схема. В одной колонке строгость строка, в другой число, в третье дробное число и никак иначе. Наиболее типичными представителями подобных баз данных являются MS, Postgres, MySQL, Oracle, ну и так далее. Как много баз данных подобных у любой компании? Там много или мало? Много. Конечно, много баз данных, да. Например, если мы будем говорить о магазине, то у КАС своя база данных –
Там лежит информация о чеках и о ценах. У склада своя база данных. Там будет информация об остатках. Еще у нас будет интернет-магазин обязательно, да, там своя база у кадров, у бухгалтерии. В общем, их действительно много. Такие базы будем называть операционными. Почему операционными? Ну, потому что они помогают в операционной деятельности компании, да, поддерживают непосредственные бизнес-процессы. У таких баз есть конечные пользователи. Работники касс, работники склада, покупатели. Такие базы характеризуются большим обращением, но коротких транзакций. Данные постоянно меняются, они их меняют, эти базы, и предоставляют актуальную информацию. Большое количество, но коротких, легких запросов, легких изменений. Теперь как же аналитику работать с такими базами данных? Например, нам надо решить задачу о предсказании спроса. Да, это нам поможет логистику оптимизировать, на складах оптимизировать товары, не держать лишнее, назначать нужную цену, планировать промо. В общем, плюсов масса. Что нам для этого надо? Ну, конечно же, информация об остатках, о магазинах, об изменении цен, о календаре, да, что у нас выходной, что не выходной день. В общем, нам надо собрать данные из нескольких различных источников. И тут у нас будет ряд трудностей. Прежде всего, сразу ли нас пустят в каждую такую базу? Далеко, да, не сразу. Чем крупнее компания, тем пускать будут дольше, а то еще и кратковременно. Информационная безопасность, да, не дай бог, утечка произойдет. Во-вторых, даже когда нас в такую базу пустят, мы пройдем через все это, бюрократические трудности через все пройдем, увидим, что история есть далеко не везде. Где-то есть, где-то нет, да? Потому что, вообще говоря, в операционных базах она не нужна. У них другая задача – быстро поменять, дать актуальную информацию. И историю здесь копить часто дорого, данных надо держать как можно меньше. В общем, это нетипичная история, может истории не быть. Это нормальная ситуация. А в-третьих, даже там, где нам повезет, и мы найдем базу с историей, обрадуемся, сделаем даже большой глубокий запрос, там сколько было продано колбасы за прошлый год, в разъезде по месяцам, по магазинам. Такой запрос базу у нас положит. Ну, может быть, положит, конечно, и не сразу, но уж затормозит точно, да, будет заметен. Поэтому аналитики сильно не любят, администраторы баз данных сильно не любят пускать аналитиков в свои базы данных. Потому что эти запросы ресурсоемкие, они требуют много памяти, много дисковых ресурсов, много процов. Они требуют большого количества ресурсов. Как решить эту проблему? Вот я когда-то был администратором баз данных, знаете, как я ее решал? Я просто резал ресурсы. То есть аналитику не даешь новое количество ресурсов. Да, вот так вот. Обрезаешь память, обрезаешь процессор, потому что по-другому никак к этому не подойти. Иначе аналитические запросы будут ломать реальные существующие бизнес-процессы. Конечно, мы их хотим улучшить, хотим сделать лучше, но тут хотели как лучше, получилось как всегда. В общем, принцип у нас получится. Поэтому режем ресурсы. В общем, на что получается? Что доступ подается сложно, истории нигде нету, там, где есть, там запросы выполнять не дают, и вообще, что нам надо с этим делать? Да? Можно расходиться, потому что работать в таких условиях невозможно, а можно найти какое-то решение. Решение может служить создание хранилища данных. Хранилище данных — это будет такая база данных, куда мы сложим все. Ну, не совсем все, конечно, да, а только те данные, которые нам нужны для аналитики. Это не помойка данных, это склад данных. Здесь будем историю уже накапливать. Здесь мы увидим уже, какая цена на стул. Не только сегодня, но и вчера, неделю назад, месяц назад. Здесь это будет. Здесь не будет конечных пользователей. То есть сюда пустим только аналитиков. Поэтому здесь своими глубокими ресурсоемкими запросами уже не помешаем никому. Можно их сделать по полной. Соответственно, такие базы у нас имеют свои уже особенности, да? Потому что запросов мало, но все ресурсоемкие. Поэтому традиционные решения с индексами здесь уже большой роли не играют. Вместо этого здесь чаще говорят о сортировке при хранении, о том, чтобы кодировать данные, то есть минимизировать объем читаемых с диска данных. Чем меньше байтиков будет читать диска, тем диск дольше проживет. Здесь речь о десятках, о сотнях терабайт, здесь это очень актуально. Также здесь можно говорить часто об распределенной системе, а не об одноузловой. Данные принято здесь уже хранить не
со строковой ориентацией, а с колоночной. То есть мы их физически храним не как кортежи строк, а именно как кортежи колонок. И вот к этому уже делаем запросы. В общем, это особенные базы данных. В качестве решения можно выделить сейчас ClickHouse, GreenPlum, Snowflake. И вот много-много их здесь на слайде. Может быть, кто-то нас уже покинул. В общем, аналитика в отдельную базу данных мы отселили. Помощь в инфраструктуре, помощь в наполнении данных – это на дата инженере. Тут существует масса своих нюансов. Как будем абстрагироваться от логики конкретного источника? Как будем приводить все к единым структурам и ключам? Как подойдем к вопросу слоеной архитектуры? Будем делать детальный слой или будем все делать только на сыром слое? Если будем делать детальный, какую пойдем методологию? Datavolt, Anchor, звезда, звездочка, много-много всего. Если есть желание, после выступления с удовольствием об этом поговорю. Но важно сейчас вот что. Хоть сырые данные, хоть детальные, нам надо не совсем это. Нам надо сверху на этих данных построить большую, широкую таблицу, на которой мы можем натравить, например, BI-отчет. И вот эта большая широкая таблица называется витриной данных. Она вот сверху у нас с всеми данными. Слайд здесь не просто так такой. Как можно подходить к вопросу создания витрины данных? Традиционный подход примерно такой. О нем же нам говорила Мария 2 часа назад. То есть продукт приходит к дата-аналитику, говорит, я хочу следовать такой процесс. Аналитик пишет техническое задание, подробное, и отдает его инженеру данных. Подход в целом хороший, профессиональный, надежный, но со своими недостатками. Давайте примерно попробуем оценить, сколько времени будет одна витрина при таком подходе доставляться. Сколько времени у нас уйдет на то, чтобы написать техническое задание? 1, 2, 3, 4 дня сколько? Один день. Здорово. За один день написали. Передали инженеру данных. И тут нам очень повезло. Нам достался очень ответственный инженер данных. Он все это задание сначала вычитал. Он не сделал, как понял, а все выписал, говорит, здесь не точно, здесь надо уточнить, здесь еще что-то. На это у него ушел целый день, но все выписал. Переделывать не будем, да? После этого аналитик берет, все это видит, и третий день все эти исправления вносит. Вносит, отдает, здорово, замечательно, отдает инженеру данных, тот берет и начинает все уже... Ну, все уже начинает подходы, работу начинает свою выполнять, писать витрину, но видит, что уточнил не все. И вот еще один четвертый день на всякие уточнения. Это идет обязательно. Потом там пятница. Ну, в общем, полноценная рабочая неделя у нас ушла на то, чтобы объяснить, чего же я хочу. После этого на следующей неделе инженер пишет витрину, у него на это уходит 2 дня, он у нас опытный, ответственный, и витрина не такая большая, 2 дня ему хватило. На третий день второй недели у нас уже ситуация обратная. Теперь очередь аналитика выписывать все ошибки. Берет все ошибки, выписывает за раз, отдает инженеру, на 9-й уже день получается. Инженер у нас все это исправляет, отдает аналитику, и 5-й день, там вот 10-й уже последний, на то, чтобы внести последние коррективы, поставить на расписание. В общем, у нас ушло 2 полноценные рабочие недели, только на то, чтобы доставить одну витрину. Идем дальше. Если у нас аналитиков больше, чем инженеров, то эти 2 недели у нас начинаются не прямо сейчас, да? А они начинаются когда-то, когда будет для этого время, когда пройдут более приоритетные задачи. Приоритетные задачи вообще очень интересный момент, потому что посредине этих 2 недель зайдет более важная задача, ну все, она двигается, 2 недели у нас растягиваются. И возникает вопрос, а так ли нам надо непосредственное участие инженера в этом случае? Ну, где-то 5 лет назад, наверное, да. Надо было данные обязательно преобразовывать вне хранилища, трансформировать их с использованием какого-то инструмента, MapReduce, Spark, что-то такое, что требует повышенных знаний. Тут без инженера никуда. Но сейчас мы живем в мире, где достаточно распространены решения с массовой параллельной архитектурой, вроде GreenPlum. И вот для этих решений SQL для преобразования данных внутри хранилища, в общем-то, хватает. Соответственно, мы можем сказать, инженер, дай нам инструмент. Мы в него передадим SQL, только запрос, select. Select же все умеют писать. Кто умеет писать select? О, вот все, да, конечно, умеют. Отдадим только туда select. Этот инструмент дополнит какой-то дополнительной логикой. Insert, create, что-то такое, чтобы модифицировало данные. И он же поставит на расписание. Благодаря такому инструменту у нас типовые вещи автоматизируются. То есть мы тут говорим о принципе don't repeat yourself. Да, не пиши много раз одно и то же.
все это автоматизируется, ошибок мало. И сколько по времени теперь это занимает? Сколько времени написать запрос? Ну, 2 дня, да? 2 дня. То есть было 2 недели, непонятно, когда начиналось, могли растянуться, а тут 2 дня. И витрина готова. И еще мало ошибок за счет автоматизации. То есть преимущества у нас очевидны. Возможен ли такой инструмент? Ну, конечно, возможен. Например, на базе DBT и Airflow. DBT — это инструмент с открытым исходным кодом, написанный на языке Python компании DBT Labs. DBT признан эффективно преобразовывать данные внутри хранилища за счет написания взаимозависимых моделей, за счет написания взаимозависимых запросов. В одном запросе джойним заказчиков заказами, в другом запросе мы это уже не делаем, мы ссылаемся на тот запрос, мы не переписываем много раз одно и то же. Кроме того, здесь мы можем делать параметризированный SQL, добавить туда переменные, циклы, условные операторы, это все здесь же можно делать. Плюсы DBT — это прежде всего распространенность. Пишут много человек, используют много человек, поэтому кроме документации YouTube, Stack Overflow, Telegram-каналы, чаты — все это присутствует, комьюнити широкое. И мы на конференциях все чаще и чаще слышим об использовании DBT, причем уже как о чем-то само собой разумеющемся. По факту это уже стандарт. Вся конфигурация на YAML-ах. YAML — понятный читаемый формат, читаемый человеком, распознаваемый компьютером. YAML-ом пользоваться удобно. Можно написать и в дальнейшем использовать тесты. Тесты все мы любим, здесь они есть. Логика у нас тут не в хранимых процедурах. Логика вся в файлах. Поэтому система контроля управления версией, Git со всеми ее плюсами здесь применима по полной. И при переезде с одной базы данных на другую процесс будет сильно легче. Также DBT генерирует метаданные. Несколько файлов в формате JSON, которые можно потом распарсить, прочитать и сделать какие-то выводы. Сам же DBT на основании именно этих метаданных делает, например, граф зависимостей. Lineage граф, на котором видно, вот у нас табличка, она построилась на таких таблицах, а вот эти вот на этих. И так можно до самых первых проследить. Это уже автоматически по умолчанию из коробки есть. Ну, что, вообще говоря, часто очень удобно. То есть мы получаем документацию и визуализацию на единой веб-странице, по умолчанию обновляемую. Документация у нас подтягивается из файлов, которые мы создаем. И это все уже здесь есть по умолчанию. Как работает DBT? DBT — это набор конструкций на Python Jinja, которые компилируются в SQL-код, ну, идут отправляться в базу данных. Набор конструкций на Python Jinja, но внутри такой конструкции у нас Select. Select на языке SQL. Просто что он сделан к ссылкам, внутри можно использовать макросы, но сам это именно Select. Select на языке SQL, лежит в файле с суффиксом SQL, поэтому в дальнейшем мы на схеме тоже будем помечать именно как SQL. А сама такая конструкция называется моделью. У модели есть имя модели. Имя модели совпадает с именем файла, и в рамках одного DBT проекта должно быть уникальным. Если вы живете в концепции имя модели, это имя таблицы, вот как у нас, то у вас не может быть в двух разных схемах одного имени таблицы. У вас не может быть в одной схеме там sandbox.users таблицы и datamars.users. Этого не может быть, если у вас обе эти таблицы в проекте DBT находятся. Ну, такое ограничение просто надо иметь в виду. Название более долгими делать. Помимо имени, у модели есть ряд других настроек. Имя схемы, теги, поля и прочее, и прочее. Вот настройки можно держать вместе все в одном файле. Можно разделять. Разделять на 2 разных файла. В одном YAML-файле у вас только настройки, в другом SQL-файле у вас только запрос. Тем не менее, хоть это и 2 разных файла, это все одна сущность. Это все одна модель. И вот модель — это ключевое понятие в DBT. Как я говорил, DBT генерирует метаданные в формате JSON, которые потом можно распарсить, прочитать и как-то использовать. И сам же DBT их тоже использует. Внутри DBT. Внутри DBT запрос прежде всего парсится. То есть, как я и говорил, мы пишем запрос не конкретным таблицам, а к ссылкам. В данном случае у нас там модуль 1 ссылается на модель S-Delivery Window. Конечно, база данных, что такое ref из delivery window, не понимает, и при парсинге у нас подставляется уже конкретное имя таблицы. Разницы никакой, писать from ref, from table, но вот здесь надо писать from ref. Так как это Jinja, то можно использовать, написать и в дальнейшем использовать свои макросы. Да? Но тут
палка о двух концах. С одной стороны, макросы вроде бы удобно, могут принимать параметры, призванные заменять функции. С другой стороны, все-таки это Jinja со своим синтаксисом. Можно тут получить много всего веселого, поэтому подходим аккуратно. Но такая возможность есть. Вот так у нас парсится select. У нас запросит select, и вот так он парсится. Нужен ли нам select как таковой, только select? Ну, совсем не нужен, да? Нам надо не посмотреть на данные, нам их надо модифицировать. Сделать create table, create view, update, insert, как-то их поменять, данные. Нам нужно модифицировать данные, которые уже находятся. И именно запрос на модификацию данных отправится выполняться в базу данных. Вот за преобразование от select к update отвечает у нас материализация. И материализация — это второе ключевое понятие в DBT. То есть вот она обогатит наш select какой-то дополнительной логикой и сделает его уже запросом на изменение данных. Каждый раз в запросах это писать не надо, один раз пишем материализации. Причем эти самые материализации есть уже из коробки в DBT по умолчанию. На create table, на create view, на increment, ну просто insert в табличку, на skd2 есть разные. Также есть возможность написать свою уникальную материализацию, чем лично мы активно пользуемся, но по своим внутренним причинам. Вот общая схема работы DBT. Еще раз, мы пишем модель, то есть два файла, YAML, SQL, вызываем dbt-команду, dbt-run-m, модель передается, и у нас запрос сначала парсится, потом обогащается логикой за счет материализации и идет выполняться в базу данных. Надеюсь, что все понятно. Но если непонятно, после выступления спросите. Мы хотим наши модели запускать как-то по расписанию. Не каждый день там в 8 утра приходить, ручками написать dbt-run, вот такая-то модель. Мы хотим, чтобы у нас это как-то считалось, ну, каким-то шедулером выполнялось. Если у вас платная версия dbt Cloud, то эти проблемы там, в общем-то, уже решены. У нас нет, у нас бесплатный dbt Core, из всех инструментов у нас только командная строка dbt со всеми там нужными флагами. Поэтому мы для расписания воспользуемся чем-то сторонним. Мы для себя используем шедулером Airflow. Почему Airflow? Потому что у него масса преимуществ, повторные запуски, уведомления об ошибках, возможность прямо в веб-интерфейсе увидеть все предыдущие пользовательские запуски и, к тому же, интеграция с другой инфраструктурой по нашим данным. Ну, то есть я сейчас говорю про преобразование данных внутри хранилища, а наполняются хранилища каким-то другим процессом. Вот чтобы связать одно с другим, Airflow для этого очень хорошо подойдет. То есть мы создаем два файлика, модель, SQL, YAML, SQL, закидываем их в прод, а в проде крутится какая-то некоторая написанная нами тулза, утилита, программка, которая по этим двум файлам создаст DAG. А в DAG уже будет одним из операторов выполняться наша dbt-команда и отправлять в хранилище данных. Как мы подошли к вопросу создания фабрики DAG-ов? Мы во все наши настройки моделей дописали нужную дополнительную информацию. Какую? Ну, например, расписание. dbt на этот новый параметр никак не реагирует, но и не ругается, а вот мы используем. Для этого мы написали файл-шаблон, DAG-шаблон, который умеет принимать входящие параметры. И вот в цикле, проходя по каждому настроечному файлу, парсим его, обычный цикл for по листу диктов, забираем все эти параметры и по очереди скармливаем шаблону. И вот шаблон по каждому этому файлу создает свой DAG. На каждую модель можно делать свой DAG. Можно несколько объединять модели в один DAG, но это уже деталь некоторой реализации. Вот, вообще говоря, это наш путь. Есть другой. Можно, например, парсить не каждую модель, не каждые настройки, а метаданные. Как я говорил, dbt генерирует, например, файл manifest.json, там уже есть все зависимости. И распарсив их, можно получать таким образом DAG. По такому пути, например, работает библиотека Cosmos из проекта Astronomer. Сравнивать сейчас наши подходы с их я не буду. Мы на нее активно смотрим, щупаем, что-то лучше у нас, что-то лучше у них. Но вот в рамках этого выступления точно не будем сравнивать. Подведем некоторые итоги. Что нам надо сделать? Аналитик создает два файла. Чтобы доставить витрину на прод, создает всего два файла. YAML, dbt-шный YAML, где допишет новые поля, например, расписание, вот здесь выделено на слайде, и материализацию укажет. Также пишется запрос. Запрос пишется к ссылкам. В запросе пишем только select, никакого insert здесь нету, но запрос вот к ссылкам. То есть наша модель pre-recipe ссылается на модель sfiscal-recipe. Дальше закидываем эти два файла в прод, и там уже наша тулза, которую мы написали, сделает нам DAG.
в DAG внутри будет вызываться уже запрос скомпилированный. Причем он будет обогащен апдейтом и инсертом за счет материализации. Каждый раз мы этот апдейт и инсерт не пишем, это автоматически. А бонусом мы получаем веб-страницу с документацией, куда вот информация из этих двух файлов полностью подтягивается, текстовое описание, колонки, все, что там есть, все здесь будет видно. И лайнер граф зависимостей, на котором четко видно. Вот она, витрина красная, вот они, синие таблицы детального слоя, вот построены в зеленых таблицах сырого слоя. Все это автоматически наглядно видно. Вот. Таким образом, я поговорил о том, как бизнес-аналитику самостоятельно, без чего-либо непосредственного участия, а именно без непосредственного участия инженера данных, доставить витрину до прода. На базе DBT. DBT позволяет писать взаимозависимые модели, которые ссылаются друг на друга через ссылки. Модели DBT можно интегрировать в Airflow, в запусках моделей, делать все на разном расписании, что-то объединять в одно расписание, с зависимостями реализовывать. Там, если у вас на разных DAG-ах, то через сенсоры или в новых версиях уже через DTVR Scheduling. Ну, нюансы уже. Также DBT делает нам метаданные, которые можно использовать, которые читаемые, потому что это JSON, никаких там битов, байтов нету, все видно. И сам же DBT на основании этих данных генерит, например, страницу с документацией. А благодаря возможности написания своих пользовательских материализаций мы можем реализовывать свою уникальную логику. Вот. Если хотите углубиться в тему, я тут оставляю несколько полезных ссылок. Идем слева направо. Две левые ссылки — это... Если ничего не щупали про DBT, не слышали, вот первый раз сейчас или там один из первых. Вверху это документация. Она классная, отличная, с примерами подробной. Наверное, лучшая документация из тех, которые я видел. Внизу это видеоролик от канала DataLearn. Спасибо им. Там ставится при вас DBT, дружится с Postgres, пишутся первые модели, вносятся какие-то настроечные изменения. Там же ошибаются. В общем, для начала очень хороший видеоролик. Дальше по центру это ссылка на статью от Big Data School о DAG-генераторах, как писать фабрики DAG-ов, что это такое, что такое динамические DAG-и, и как их можно писать. Вот статья даст первое представление. Внизу это чем вызывать DBT внутри Airflow. Как правило, используют Bash-оператор. Здесь другой подход, здесь можно использовать DBT-оператор. Ну а справа это ссылка на астрономер, там ищем библиотеку Космос и смотрим, как еще можно завязать DBT и Airflow между собой. Так, теперь у нас осталось прилично времени, еще минут 13. Давайте их посвятим тому, чтобы ответить на ваши вопросы. Спасибо за презентацию. Интересно. Мне вот что интересно. Значит, аналитикам дают такой прекрасный инструмент. Создаем сами витрины, ну, угораем, просто радуемся жизни, да, занимаемся всем этим делом. А вам приходилось сталкиваться с вопросом ресурсов, потому что, ну, вот эти, скорее всего, большие данные, во-первых, надо же где-то хранить. Если у вас, ну, например, какой-нибудь злой завхоз, который говорит, типа, слишком много данных, вам нужно 20 терабайт, я вам не дам. И ну вот с такой сложностью можно столкнуться, была ли она у вас. И второй вопрос, даже если вопрос вот не со стороны злого завхоза, а со стороны инженеров, которые, ну, может быть, чем-то недовольны, что вот аналитики распоясались и начали там слишком много себе позволять. Вот мне просто интересно, я работаю в НСПК, ну, у нас очень много там стандартов, и просто так там всего этого не создашь. То есть, чтобы создать какие-то витрины, нужно там взаимодействовать с инженером, нужно запросить серваки, ну, много чего сделать. Вот мне интересно, сталкиваетесь ли вы с такой проблемой, если не сталкиваетесь, то как? Как? Да, вопрос понятен, но про место для этого отдельная база, для этого отдельное хранилище, там отдельные диски, там есть разные решения, потому что можно часть данных держать на S3, часть на HDD, часть на SSD, то есть это, в общем-то, к вопросу ценообразования можно подойти здесь гибко, именно по хранению данных. К вопросу про контроль, он, безусловно, присутствует. Да? То есть я где-то вот здесь была ссылка, схемка у меня общая, я ее пробежал быстро, но вот на этапе branch и merge, то есть чтобы закинуть файлы в прод, надо закинуть их в git, в ветку, а потом надо эту ветку смержить с мастером. И вот получить ревью, конечно, да, на этом этапе обязательно нужно ревью инженера и аналитика, хотя бы двух человек, без этого нет, без контроля данные менять не дадим, да.
вы сами. Добрый день, спасибо за ваш доклад. Я хотела уточнить один вопрос, мне не был понятен он. DPT позволяет работать, DPT, с данными, структурировать их в хранилище, а настроить логику, как система будет класть эти данные в это хранилище и работать с ними, позволяет или нет? И занимаетесь ли вы этим, или все-таки это остается на откуп дева? Раньше, в последующих версиях DBT, очень старых, ну, до 1.1.5, только преобразование внутри хранилища. С версии 1.1.5 мы есть работа, по крайней мере, с API. То есть можно это делать. Также мы говорим про GreenPlum, там внешние таблицы, и в целом внешние таблицы, external table или нормальный table, тут разница тоже небольшая. Тем не менее, конкретно мы наполняем данных, наполняем хранилище данными самостоятельно, не через DBT. У нас для этого другие инструменты, и это на инженерных данных сейчас. То есть мы сейчас используем DBT только для преобразования внутри. Спасибо за доклад. А DBT позволяет как-то настраивать ролевую модель? Поясню мысль. То есть есть аналитики, допустим, не только вашей команды, но и других внешних команд. У них есть разные предметные области, и организация требует обеспечить, чтобы они не видели данные из других предметных областей. Понял, понял. Не в бровь, а в глаз, да, это минус DBT, нет, не позволяет. Ну или я просто не знаю как, поэтому, скорее всего, нет. То есть действительно мы видим весь проект целиком, и это действительно большая проблема, да, как разделить. Можно делить на разные DBT-шные проекты, но тогда как потом между собой связывать, тут тоже не все так очевидно. Поэтому скорее ответ нет. У меня вопрос-то больше про систему хранения данных. Правильно я понимаю, что, то есть когда у вас был слайд по получению данных в системе хранения, то есть есть несколько баз данных, которые относятся к разным там, проектам, предметным областям. Да, пролистали. А, ну да? Да. Угу. Эти данные попадают в SHD с помощью репликации. То есть одна база данных реплицируется в другую. Нет, не совсем у нас так. То есть, конечно, все базы данных реплицируются, мы ходим к репликам, да, забираем эти данные, наполнить SKD именно через реплики тех баз. Но все-таки данные мы забираем, и физически они лежат уже именно в хранилище. Ну, понятно, что данных. Есть реплика, вы оттуда забираете их, перекладываете ее, да, в систему хранения данных и с ней работаете. Тогда получается, то есть у нас есть аналог наших таблиц в структуре хранения SKD, да, и как тогда аналитику понять, который работает там с одной АЭС-кой, да? Какие данные ему нужны из другой? Очень тоже хороший вопрос. Для этого уже нужна слоеная архитектура. То есть мы держим действительно данные, забираем как есть, и это сырой слой данных. Витрины — это слой витрин. Между ними, как правило, все-таки делают детальный слой. И вот в этом детальном слое уже мы будем от логики абстрагироваться, уже мы будем как-то все приводить к единым структурам. И вот, ну, тут уже существует тема для отдельного доклада, как это все организовать, сделать, но, в общем, решает детальный слой. И такой еще маленький вопрос. Я не понял, зачем insert, create, update. То есть мы меняем для формирования нашего отчета, который нам нужен, мы именно вот эти данные инсертим, креатим, апдейтим. Ну, конечно, у нас же есть какая-то готовая витрина, но нам ее надо как-то исторически обновлять. На следующий день приходят новые данные, мы же не будем каждый раз писать новый запрос. То есть мы там досчитываем какую-то дельту, какую-то часть, и вот ее уже как-то подставляем. Просто я подумал, что когда вы сказали, зачем нам просто запрос, если нам нужен и create, update, и delete, ну, полный круг, да, то я сначала подумал, что именно речь идет об изменении тех реплицируемых таблиц, которые мы добавили. Не-не-не, я имею в виду, что нам не просто надо данные посмотреть, а как-то вот их сложить, уже как-то витрину эту добивать. Еще вопросы? Там есть вопрос? А, и там есть. Вопрос родился. А параметризация какая-то динамическая подразумевается в DBT? То есть ты в момент переноса задаешь ряд параметров, которые будут влиять, а не то, что ты в EML конфигурации заранее уже все параметры отбора, фильтровки данных настраиваешь? Ну, в DBT есть возможность параметров, есть возможность их принимать и как-то с ними работать. Да, DBT это делать умеет. Спасибо.
Привет, спасибо за выступление. Меня зовут Шелико из РТК. И у меня такой вопрос по поводу доступов. Я с DBT никогда не работал, вот вообще первый раз слышу, но я работал с Pentaho Database Integration. Может быть, слышал? Мне кажется, он примерно те же задачи может решать. Слышал, но не понялся. Вот. И там нужно получать те же самые доступы, также прописывать коннекшены к базам данных. Просто на первом слайде был, по-моему, первая проблема — это получение доступов. Да, понял. Вот. DBT у нас не про наполнение данными хранилища. DBT — это про преобразование уже загруженных хранилища данных, чтобы из сырых данных там, или из детальных данных они стали уже витриной. Доступ к хранилищу уже есть. В хранилище, в единое место, в одно хранилище. Вот туда я думаю. Чтобы вот данные преобразовывать их внутри хранилища, вот для этого предлагают использовать DBT. Почему нет? К хранилищу у бизнес-аналитика есть доступ. Спасибо. Похоже, что это все. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Да, у нас же это есть еще. Я забыл совсем. Нам же надо лучший вопрос отметить. Лучший вопрос — это когда два вопроса. Поэтому вот передайте, пожалуйста.